Вот, просто, знаете, бывает время, когда уходит человек, сразу личность его оценить очень сложно, потому что любая живущая личность противоречива, а любая личность ушедшая кажется идеализированной. Я не знаю, получилось или нет, но во всяком случае, я написал такую песню буквально спустя, через год, ровно год после гибели всем известного Михаила Евдокимова, называется «Зачем убили мужика?». Застыла к осени река, несет дымком издалека, и до мороза в холодов рукой подать. Красна калина и горька, зачем убили мужика, зачем убили мужика, мне не понять. Красна калина и горька, зачем убили мужика, зачем убили мужика, мне не понять. Вот кто-то баньку затопил, стакан махнул и закурил, развел меха гармонии сильной рукой, пропил в звенящей тишине и о тебе, и обо мне всю ту же песню, но не он пропел другой. Я он полвека не прожил, он хохотал да вздутья жил, бил кулаками, как ведется на Руси. Из этой вышел он с земли, и в землю предки увели, зачем убили мужика, пойди спроси. Из этой вышел он с земли, и в землю предки увели, зачем убили мужика, пойди спроси. Ну как же это наболтай, но врет Москва, молчит Алтай, швыряет только осень яблоки с небес. Давно прошел медовый спас, он был один, один из нас, и плачет горько по нему осенний лес. Давно прошел медовый спас, он был один, один из нас, и плачет горько по нему осенний лес. Детишкам школьная пора, собака брешь со двора, и до мороза в холодов рукой подать. Красна рябина и горька, зачем убили мужика, за что убили мужика, мне не понять. Красна рябина и горька, зачем убили мужика, зачем убили мужика, мне не понять. Я не купил свои следы.